Тетя Таня блогер, понимаете? Вот вы смотрите, на праздник позвать такого блогера, это просто волшебство. Привет! А тетя Таня откуда? Она местная? Вы знаете, я с тетей Таней познакомилась... Неделю назад. Неделю. Да, она в Демино на фестивале. А почему у нас нет визитки тети Тани? Я вам мы ее с собой забираем в Рыбинск. Я вам отправлю телефон сегодня. Хорошо. И Ага обменяется. Да. Зовите тетю Таню, потому что у нее огромное количество разных каналов, подписчики, мероприятий, все это есть. И мне кажется, такой вот колоритный блогер нужен каждому просто. Отлично. Это новая тенденция, правда? Ну, конечно. Конечно, да. Конечно, да. Причем не просто блогер, но я культпросвет работник, режиссер клубных массовых мероприятий по образованию. С одного места, с Ярославского училище культуры. О, ну, совершенно Пименов. Верно. Пименов, да. Да, 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 да. Пименов. Знаете такого Пименова? Помните? Да, конечно. Вы помните? Да, да. Юрий Михайлович Пименов. Это режиссер знаменитый, который говорил. Давайте я немножечко скажу. Так, секундочку. Итак, наш праздник подходит к финалу. Но праздник продолжается, только уезжают очень хорошие, очень почетные гости. Это руководители Ярославского муниципального. Я не шучу, я все говорю правда. Я разве ну что в моих словах неправильно? Почетные гости, уважаемые люди, коллеги, работники культуры Ярославской области, Ярославского района. Всего Ярославского района. То есть у вас в подчинении находится. Сколько? Один человек находится. Один человек. Но в вашем ведении находится большое количество сельских клубов. 280 человек. Нет, я имею в виду культуры. 280. Вы лучше знаете что? Вы просто скажите. Мы представляем Ярославский район. Хорошо. Самый большой район Ярославской области. Район, который окружает город Ярославль. Который является ожерельем Ярославля. Угу. Который замечательный. Петля вы вроде бы находитесь... Так... В чем вы дело? Вроде бы находитесь и близко к Ярославлю, но в то же время вы находитесь за городом. Поэтому все рядом с вами, все в пределах доступности. Это очень замечательно. Это самый удобный, самый комфортный, самый красивый, живописный и культурный район Ярославской области. И мы очень рады, что мы побывали на празднике Тыгыдыма. Мы поленились от всей души. Поленился каждый человек, который приехал сегодня на День русской лени. А вообще мы желаем тыгыдымцам успеха. И мы хотим лениться на следующий год в два раза больше. Но чтобы сам Тыгыдым не ленился, а делал для нас как можно лучше и больше и красивее праздник. Поэтому мы ждем русской лени номер 2. Все, спасибо. Ура! Здорово!